Министр юстиции Марат Бекетаев поддержал инициативу казахстанских женщин об ужесточении наказания для насильников. Вот уже несколько месяцев активистки собирают подписи под петицией с просьбой квалифицировать такие преступления как тяжкие, а не средней тяжести, как это происходит сейчас. По словам главы ведомства, этот вопрос нужно тщательно изучить. Необходимо изучить, почему был перевод из одной категории дел в другую. Сейчас, не имея статистики под рукой, не имея анализа практики рассмотрения таких дел, расследования таких дел, какие-то профессиональные оценки дать сложно. Я выразил свое мнение, что поправки нужны. Новая волна негодования по поводу мягкости наказания для насильников всколыхнула общество после приговора проводникам, изнасиловавшим женщину в поезде. На прошлой неделе суд приговорил двух сотрудников КТЖ к 2,5 годам лишения свободы в колонии средней безопасности. После этого общественники выразили свое недовольство решением суда. Девушки, пережившие домогательство в поездах, стали делиться историями в социальных сетях. А популярные блогеры выкладывать публикации и видео с обращением в МВД. Я считаю, что в своей стране мы не должны ходить и оборачиваться, мы не должны бояться. Мы должны всегда знать то, что нам есть кому защитить. И чтобы тот, кто нас защищает, был не только наш молодой человек, да, допустим, который рядом, чтобы это было государство. Я хочу знать то, что мое государство может меня защитить.